Вот там сразу видно, привет, друзья. Вот этот ролик, который я делал о четырех точках против страха и глобальном таком вот секрете прогресса ИИ там и так далее. Ну, в первую очередь, мне несколько человек ответили там комментами, почему же, если вы делаете ролик, говорите об этих точках, что вы знаете, почему же вы так интригуете, типа того, они не даете сразу ответы на этих секретов. Ну да, во-первых, они не обратили внимания на ИИ никакое. Во-вторых, они именно обратили, что вот эти четыре точки против страха. И так понятно было потом, что это люди, которые со страхами. И поэтому я там в комментах написал: ну почему же вы не выходите в зуме на наших бесплатных ликбезах с этими вопросами, чтобы сразу получить развернутые ответы и помощь получить? У нас и бесплатный ликбез регулярно проходит, и там все эти страхи купируются, и обучение производится, как чтобы их не было потом. Мало того, там еще обучают, как использовать энергию этого стрессового напряжения в собственных интересах. Во-вторых, там платные еще есть вебинары, кто как хочет, у вас же есть выбор, свобода выбора. Но все делается для этого. Так что, пожалуйста, с критикой аккуратнее. Во-первых, продолжение ролика того будет. Да. Во-вторых, все-таки обращайте внимание, там же не только про страхи написано. Но у кого что болит, тот о том и говорит. Да. Ну, так вот правильно. Поэтому мы как раз-таки и проводим эти ликбезы регулярные, чтобы наконец каждый получил ответ на свои волнующие вопросы. Привет, друзья! Не спешите с выводами, смотрите внимательнее, откройте глаза, прочитайте название полностью и комменты пишите, и комменты читайте, потому что я же там ответы пишу. Я же там написал, продолжение ролика будет. Да, до встречи!